Здарова, бродхеры! Рад, что вы еще не отписались. Молниеносные новости от канала Нуждит. Как обычно, подоспели вовремя. За оперативность однозначный лайк. Ну и если по кайфу, закинь грязюки в комменты. Давайте посмотрим, кто самый грязный грязюкан из нас. А сегодня я хочу рассказать вам, что у Милохина над духом. Да, такая смешная тема. Я бы мог это растянуть на 10 минут, но подумал, что в молниеносных новостях я смогу это сделать намного быстрее. Ну так вот, после выпуска ЧБД, кто не в курсе, это угарное, высокорейтинговое юмористическое шоу, в котором был Милохин. Люди задались вопросом, хотя я вам вру, этим вопросом задавались давно, еще до ЧБД. Просто, блять, на этом шоу Даня сидел как раз под таким ракурсом, при котором можно разглядеть все на свете и все его изъяны. Да, кумиры тоже не идеальны, прикиньте, я тоже далеко не прекрасный арбузик. Даня, конечно, на этом шоу показал все свои знания мемасной жизни. Мы выяснили, что он не шарит за 99% приколов. Это все как-то прошло мимо него. Сука, почему мне приходится вникать в эти все приколы, чтобы быть в тренде, а у него 12 лямов подписоты, миллионы долларов. Ай, ладно, все, забейте. Еще на интервью у Собчак, а я понимаю, что из вас никто это интервью не смотрел, Даня рассказывал о своем детстве. И также без стеснения показывал себя не с рабочей стороны. Да ему вообще похер, его рабочая сторона та, которая зарабатывает бабки. Это я все к чему? А к тому, что комплексов касаемо этого элемента над духом у него нет. А значит, это у него с далекого детства, либо вообще с рождения. Если так рассуждать, я изначально подумал, что это какой-то нарост из папиллом или бородавок. Все-таки тяжелое детство, очень сложно выжить в детдоме и остаться полностью здоровым. Но меня эта мысль быстро покинула, ведь эти все сраные бородавки растут зачастую отдельно друг от друга. Если, конечно, ты сам не как ходячая бородавка. Поэтому остается не так много вариантов. Учитывая то, что сама эта штука не гладкая и даже немного бугристая, я могу предположить, что это шрам, полученный Даней от аварии или, возможно, ножевое ранение. Это, конечно, могло походить на правду, если не одно но. Шрам проходит прямиком за ухо, и если бы это была бы травма, то со 100% вероятностью задело бы и само ухо. А как мы видим, ухо у него пиздец какое целое. Я бы даже немного подрезал. Да и вообще, на этой штуке я заметил пигментацию, изменение цвета кожи в области этого, ну как бы, шрама, что практически никогда не бывает после заживления ран. Ну и остается один единственный простой вариант. Скорее всего, а возможно и точно, он является истиной. Если честно, я посмотрел все интервью с Милохиным, это было очень сложно, и ни один интервьюер не спросил его за эту штуку. Что это значит? А это значит, что это точно не шрам, полученный в аварии, потому что это было бы интересно спросить. Это не ножевое ранение, по той же причине, и это даже не наросты, так как это было бы связано со здоровьем Дани, что тоже интересовало бы людей. Единственный вариант, который я вижу здесь, это родимое пятно. То самое пятно, которого он не стесняется, то, что у него с рождения. Я бы тоже не стремался такого, так-то пофиг. Да и по-хорошему, все факты говорят, что это оно. Темный цвет, бугристость, ну короче, вы поняли. Я слишком много насмотрелся, пока искал материал к этому ролику. И точку в этом разборе хочу поставить тем, что я закинул фотки своим знакомым врачам. И они мне подтвердили, что это очень похоже на родимое пятно. Короче, видос подошел к концу, не забывайте писать грязюку в комменты, а также ждать видосы приятнее всего, прожав колокольчик и подписаться. Ну и все, ну и жди. Всем счастья.